В областном суде вынесли приговор криминальному квартету. Злоумышленники проворачивали аферы с квартирами, а потом убивали клиентов. На скамье подсудимых Вячеслав Киселев, Емин Аллахвердиев, Карина Федяева и Джамила Галимова. Они пытались наладить прибыльный бизнес, но попались на убийстве. 5 лет назад Киселев и его подельник Уткин представились риэлторами и стали искать покупателей на квартиру. Впрочем, продавать ничего не собирались. Вместо этого избили своих клиентов и забрали деньги. Через год преступники обманом выманили у женщины жилье, вывезли жертву в Башкирию и зарезали, а потом тело и вещи сожгли. Сергей Уткин, который привлек к совершению преступлений этих 4 лиц, уже осужден областным судом в июле прошлого года к 17,5 годам лишения свободы. Это дело рассмотрели в особом порядке, ведь организатор во всем признался и даже помогал следствию. А вот его подельники Киселев и Федяева свою вину не признали. Сообщение во время дачи показаний, проверки показаний на месте и проведения осмотров места происшествия Федяева и Аллахвердиевым, сведения о роли соучастников совершения преступлений, то есть их активное способствование в ходе следствия раскрытия преступлений, изобличение других соучастников, наличие явок с повинной Аллахвердиевой и Федяевой, которая, как было установлено в судебном заседании, добровольно явилась и сообщила о совершенных преступлениях в правоохранительные органы, суд в соответствии с пунктом и части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Преступники поделили 36,5 лет лишения свободы на троих. Еще одна подсудимая получила 6 месяцев условного наказания. Кроме того, осужденные должны будут выплатить родственникам пострадавших материальную и моральную компенсацию в размере больше 1 миллиона рублей.